сегодня я пришел отомстить Маке за Дигл. Я вооружился. Нашел его адрес. Запомнил все его слова, которые он сказал про трек, про Дигл. Сегодня он ответит за это. Вы пока что ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас я его отомщу. Главное, чтобы меня никто еще не узнал об этом. Я вам униться. Закрыто, боится. Что там? Что ты делаешь? О! Чепушила! Что за Дигл? А? Ты что там про Дигл пила? Нет, ты что-то даже засунула. Что ты про Дигл пила? Что про Дигл пила? А, Гостендорфе решил. Про Гостендорфе, бля, ты про Дигл пил, да? Да. Что да? Нашли, решили. Что Дигл? Дигл-дотик. Ладно, давай Стендорфе решим. Чё решим? Он топ или нет? А? Всё, ладно, ты... Ты победил, слушай. Ладно, ребят, в жизни не получилось, бывает. Ты чё ко мне домой? Да глобус, только в жизни сильный. Докажи, что ты в Стендорфе тоже сильный. Ты один на один со мной хочешь? Да. Хочешь тебя помочь? Спорим. Найди Дигл Якудза статрек. Не из-за того, что деньги. Потому что я коллекционирую дорогие деньги. А у меня их 4 штуки. Нет. Я их купил, потому что они топчик. А мы... Все. Короче, погнали дуэль в Сундорф. Давай. Дигл говно, понял? Дигл топ, сейчас я решу. Всем привет, ребята. Чепушила. Сначала шарик! Маган у вас! Сейчас я тебя развалю. Так, Чепушила, во-первых, потише будь. Во-вторых. Какое же я классное оружие взял. Ты где? Что, Дигл взял пора? Не-не-не. Ребят, я играю с телефона, а Мага играет с айпада. Мага, ну вот нечестно. Ну я играть не умею. Так, ты где? Я стою, тебя жду, ты где? Вот КТшник. У меня, кстати, очки с ВХ, я на самом деле тебя вижу. А? Я тебя вижу. Каким образом? У меня очки с ВХ. Реально? Снимай тогда. Ага, крыска. Ты чё, ты где? Я в сайту, а ты где? А, ты слева! А, да! Я тебя справа! Подожди, мне наушники правильно. Правильно, я тебя справа услышал! Братик, это всё потому, что Дигл топчик. Я тебе сейчас дам Дигл топчик, заткни свой ротик, тупорылая чепушила. Брат, ну... Я тебя просто справа... А я тебе хаешкой попал? Нет. Ну, попал на... прям дал туда, где ты ставил. На ФП-10, по-моему, попал. На самом деле, я тренировался, ребят. Да все, потише будет. Скилл тренил. Как бы разваливаю, сейчас пойду в мат. Лошара тупорылая. Подался. А? Подался. Да, подался, конечно, расскажешь. В садике расскажешь. Не ссы. Чекайте, ребят. Мне, блин, хотелось бы, конечно, тебя Дигл развалить, ну ладно. Пятый Дигл Якудза мне не помешал бы. Конечно. Потише. Какой пятый Дигл Якудза? Я вот тебя сейчас вынесу. Ты свой трек говна Диглу слышал? За такой трек я буду тебя наказывать и забирать у тебя гад. Так офигенный трек. Да нет, трек говна вроде был, нет? СКЕ хорошо так залетело. Да, я в курсе. Все урона я наношу, ты наносишь минус. Офигенная игра с тобой, бро. Блядь, как дам тебе сейчас? Да это просто я на скиллухе, Мага. Просто закрыл. Просто я тренился, ребята, играл с телефона, а теперь не только с компьютера жесткий. Конечно, к этой дуэли всю свою жизнь готовился. Да не, просто на самом деле... Тише. У меня есть телефон уже. На самом деле, потише будь. Видел, Васька? А тут, блин, упадет меня ждать? А ты меня на лонгу ждал? Да! Ну это же логично было бы, что я на лонгу пошел. Да что, закрой, какая логика? Ой, ребята, по брейну переигрываю. Закрой свой рот. Не, я просто жесткий стал, сандовчик. Да, ну это ты сторона просто насильная. Кто пушит? Что? Минус 84! Изи, боже. Ну я почти выиграл, я почти заработал. Попа, повар, хитик сюда лут.
Ну все, Чепушило, сейчас ты поплатишься у меня за свою говняную игру. Че бы взял? Ты если бы сейчас увидел, что я взял. Ладно. Я тебе в очко засуну то, что ты взял, понял? Так, какой бы крафтинг? Стоил там. Ага, поехал. Давай, ты где? Ди-ди-ди-ди-гу. А чё, как тебе вообще трек, кстати, мой? Говно. А чё ты его слушал? Говнище трек. Тебе о чём-то, ну, вообще сказал предупредительный выстрел? То, что ты с говном играешь, да? Нет, то, что сейчас тебе будет жопка. Ага. Увидел. Держи флешку, братанчик. Нифига себе! Это моменталка? Да. А как ты такое научился? Это годы тренировок? Saints. Тогда я что-то не зафлешило. Ботинок просто! А чё у тебя с реакцией? Я не в прицеле был. В прицеле чудовище, в прицеле сидят только боты надо. Я говорю не в прицеле! Прицельный чудик. Я не в прицеле. Ты черявый лох, ты чмо, ты ничего не добьёшься! Да кем ты вырастешь? Диглом! Так, ребят, уговорить надо за такие словечки. Я считаю. У батиков, которые в тёмке сидят. Чел, ты в молик бежишь, боже мой! Чел, ты в молик бежишь, ты понимаешь? Ты молик кинул, что ты когда? Я пробежал. Ты туп, а я тебе хаешкой попал? Ничего ты не попал, ни моликом, ни хаешкой. Сейчас покажу вам вейчик. Вам вейч смог показывать, чекай. Куда, на лангу? Да. Значит, ты там будешь. Ага. А, ты слева, все, понял. Вопросы не имеются. Я слива. Опа, спасибо за калашик, брат. Братанчик, вот я уверен, ты смотришь этот ролик и тоже хочешь себе прикупить какой-то скинчик. Но голдишечки как назло нет. А в этом тебе поможет GG-шечка. И голдишечка у тебя будет. Ведь с вот этим вот промокодиком, который у тебя сейчас на экране, ты получишь бесплатный кейс. Также на GG-шке сейчас обнова, ведь начался новый учебный год. И поэтому GG-шечка обновилась в стиль учебного года. Добавили новые крутые тематические ящики. Мне, например, понравился ящик под названием «Отличница». Советую вам его открыть. Ну а чтобы пооткрывать ящички, тебе понадобится мой промокодик, который у тебя вот тут вот на экране. С ним ты получишь приятный бонус к сумме пополнения и сможешь открыть побольше ящичков. Ну и не забывай, что за каждое пополнение ты получаешь газировку, которую потом сможешь обменять у трудовика на какой-то скинчик и сразу вывести его к себе на аккаунт в стендовчике. В общем, если тебе нужна голда, то тогда тебе на GG-шечку. Вся информация будет в закрепленном комментарии, я уже жду тебя там. А также я сейчас иду в видеоролик. Let's go. Ты с айпада. Какого айпада? Я не умею играть, чувак, в эту игру. Так, ладно. Я начинаю переживать. Да тебе изначально надо было переживать, когда запустился с нами тренером. Ну ты же нубик. Ты нубик. Блин, не попал. Ага. Чё ты где? Я тут, а ты где? Я на задании. А конкретнее на каком? Ты где? Я тут, а ты где? Ползу. А? Ползу тихонечко. Реально? Куда ползёшь? Блин, топнул. Тебе в ногу уже целился, а ты прыгнул! Как тупорылое животное просто! Какой ты босс! Ты реально смотрел на меня стоял? Нет, ну я думал то, что ты по лестнице поднимешься, а ты прыгнул! Ну, забей. Какой же языки, ладно. Я просто подался. Хорошо, я понял, ты нубас, я сейчас тебя развалю. Я просто не попал с первого раза, Айка. После этого я понял, что... А почему у тебя чмо на аватарке, Ерокс? Это поголовый дегур. Наоборот же красавчик на ави какой-то. Вот у меня топовая. У тебя плачущий, но ты плачешь, потому что дигл проиграл. А чё ты тпшишься? Ты куда тпшишься? Какой это дигл? Эти футболки не порвут, я понял, тупоголовое чудовище ты, тупорылое. Да ладно, ладно. Не бери дигл больше, на. Нифига, я, кстати, его из дигла развалил нормально так. Чё, ради дигла нет, тебя басу, понял? Не надо. Не ссы, мага, на самом деле надо просто уметь играть в эту игру. Вон вейчик пахнет.
И где ты? Я в анвейчике. А ты где? О, увидел? Больше вопросов не имею. А ты где? Да я вот уже у тебя на базе. Чё ты, чепуха? Ой, случайно выстрел. Чё ты так долго играешь? Ты где? Ну чувак, ну ты во втором раунде после выигранной пистолетки берешь дробаш, ну ты тупорылый что ли? А чё, ты сказал дигл не взял? Да ну это херня. А я из-за того, что дигл в прошлом раунде купил, мне ни на что не хватило. Ладно, дигл всё равно топчик. Вот поэтому дигл и говно, потому что из-за него портится экономика. Я тысячу раз это говорил. Дигл берется для тупоголов, потому что экономика портится, понимаешь? Не, надо пистолетки всегда брать дигл, я слышал. Я вот купил тренировку на Авито. Кстати, Мага, зачем ты раньше на Авито подрабатывал? Чё? Зачем ты раньше на Авито подрабатывал тренером? Еще раз. Нифига у тебя калашек. Что я подрабатывал? На Авито, зачем? Трейдеров. Потому что я зарабатывал деньги на этом большие. Тебя обманули, да, жестко? Пока Ерокс меня не заскамил. И поэтому ты больше там не работаешь? Да. Хорошо. На самом деле, ребят, хорошо, что Мага сидит за этим столом, и могу шутить про Дигл, и мне даже ничего почти не будет. То есть, вы понимаете, стол дефает для Мага. Тебе надо сейчас ту вот позицию сесть. Ты где? Ага, ты на лангу. Я тут, а ты где? На лангу ты. А ты где? Я тоже. Что-то мне страшно становится с каждым раундом. Я тебе голову даю, ну 65, ну как ты на рандоме голову даешь? Я просто жесткий маг. Ну почему? Просто так. Ладно, Мага, на самом деле все это время я тебе подобался. И я уже давно в Saints вступил с телефона. Угу. За жесткий киберспорт. Сам свои слова веришь? Конечно. А ты? Какие? Я же ничего не говорил. Что? Я услышал тебя, блин. Ты услышал меня? Да. Ути-пути, ты меня услышал, да? Ути-пути. Походу... Ты посмотри на него, он меня услышал. Ушки у тебя почистились. Ладно, let's go. Надо уже не щадить. Надоело. Да конечно. Надо наказывать 10-7. И забирать дигл. Нифига себе, молик. Это антихайп. Слава КПССик? Да, блин! Ты на лаке не убиваешь, блядь, эти руки твои сломаю, блядь. Это скилл, это пампик, на каком же я пампе? Ой-ой-ой, просто скушал, просто бананчик скушал. Настик, Мага, Настик! Сейчас я тебя пасу. Ты ровишь, я доказываю тебе, что дигл топ, а ты хотя с айпада играешь. Да, тёмку пушим. Чё с лицом, чепушня? Ты с P90. Чё с лицом, чепушня? Ты с P90, как чё с лицом, чепушня? Ай, какой же нубас, P90 играет. А чё с лицом? Ну да, запушил, ладно, с P90. А чё с лицом? Сейчас, ну, сейчас унижу за такое. Сейчас будешь унижен. Готов? На самом деле, раз с лицом тяжело. Я сейчас убегаю. Какой же скилл, ребята, правда? Я тебя пасу, отвечаю. За что? Я тебя выиграл. Настик, ребята. Это с телефона начал хорошо играть.
хорошо, все, хорошо, прости меня. Что я тебя обоссал? Много раз. Прощаешь, да, меня? Потому что я тебя пару раз обоссал. А, ты подсмотрел мой экран. Я что, крыса? Как ты? Ты где? В курсе ты проиграл? В курсе? Найс! Я выиграл с телефон! Дигл, говно, ты мне должен тебя. Я тебе ничего не должен, понял ты меня, блядь? Все, кто мне должен были, давно умерли. Я выиграл. Я... А я выиграл. А это означает, что Дигл топ. И еще я выиграл Дигл и Фуд за статрек. Ничего ты не выиграл, пошел. Ладно, ребят, походу... Ну зато я выиграл, зато Дигл топ. Давай, иди отсюда с моего дома. Вот Дигл! Встал с моего компа, блин, какой тебе Дигл, блин, давай пошел отсюда. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, я доказал, что Дигл топ. Пошел нахер отсюда, давай, домой иди к себе. К себе домой иди, блин. Пошел мне тут, блядь, за Дигл сюда играть, блин. Потеет, сиди, ну хочу. Всем пока. Че, пришел, давай иди отсюда, блин. Можно мне хотя бы Дигл?